В декабре 2005 года я пытался вернуть Бобби Джеймса Фишера в шахматы или в большие шахматы. Мы вот с ним встретились в Будапеште, в Венгрии, на квартире Эндри Лиенталя. Практически до утра проговорили. Вот Фишер такую фразу бросил: «Chess is dead», шахматы умерли, умерли, все считает компьютер, до 15-го года машина, они неинтересны, давай будем вводить новые шахматы, ну, по его правилам, вы знаете, да? Вот. Ну, я его просил, как бы, принять участие в каком-нибудь, может быть, опен-турнире и так далее. Ну, на что бы Фишер сказал: я готов быть арбитром и даже, может быть, прямое участие в чемпионате мира по моей системе, если ФИДЕ организует такой чемпионат. Ну, мы начали вести переговоры вот с членами президентского совета и обговаривали даже призовой фонд. Ну, что хочу сказать, я сам в жизни всего 4 партии сыграл по правилам Фишера и сыграл самим Бобби Фишером, когда Эндри Лиенталь вот вытащил шахматы. Конечно, для меня, для шахматиста, сыграть с таким титаном, Борис Васильевич Спасский, имел счастье играть с ним. Очень интереснейший человек, шахматист, но Фишер сразу же разрушил шахматы, говорит: давай, говорит, в мои шахматы играть. Я говорю: Бобби, я еще не научился в старые, ты в новые. Ну, интересно, вот первую партию продул, буквально там несколько минут, пока мы так вот попивали чайку. Вот, но в четвертой партии так где-то вот уже начал сопротивляться. Но очень интересно, и поэтому этот проект существует, но он идет не то что параллельно, но отдельно, как вот мы сейчас говорили про вот турниры ветеранские, вот ветераны против женщин и так далее. То есть для популяризации шахмат, конечно, мы будем проводить такие турниры. Вот я хотела бы сказать.